Губернатор подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие целого ряда ограничений, введенных на период пандемии нового коронавируса. С 3 июня в регионе открываются для посещения церкви, мечети и религиозные организации. Кроме того, возобновляют свою работу бани, сауны, спа, салоны красоты и парикмахерские. В автобусах разрешается оплата проезда банковскими картами. По-прежнему остаются закрытыми большие торговые центры, рестораны и кафе. Сохраняется масочный режим в общественных местах.